Всем с добрым утром, ребяточки. Сегодня я вообще не снимала для вас с утра, то есть я не пожелала вам доброе утро, я вообще ничего не сделала, я вообще забыла про то, что я снимаю влог. Именно сегодня, я не знаю, почему так произошло. Ну, сейчас, что у меня по плану? Нужно слегка убраться и... Нужно еще написать план на день, потому что вчера я вообще про это забыла. Я вчера безумно устала, потому что мы очень долго гуляли, играли. Поэтому сейчас все сделаю. Я желаю вам хорошего просмотра. Ребята, скоро на моем канале 50 подписчиков. Для меня это не просто дата. Я благодарна каждому из вас, что вы подписываетесь, лайкаете, смотрите мои видео. И на 50 подписчиков я хочу разыграть 5 видеоприветов. Для того, чтобы их получить, вы должны быть подписанным на мой канал, поставить плюсики в комментариях и написать «Я участвую». И тогда 5 из вас я отправлю видеопривет именно в своем видео на YouTube. Всем удачи, всех люблю. Ребята, я написала свои дела на сегодня. Нужно убраться на балконе, подмести пол, сходить в библиотеку к маме и почитать. В общем-то, вот такие вот у меня сегодня дела. Всем желаю хорошего дня. Ну, а я начинаю. Дорогие мои ребятушки, сейчас у нас время идти в библиотеку. И потом мы идем на глину. Да, вот сегодня у нас глина. Это новое во влогах. У нас она только по четвергам. Поэтому я с удовольствием вам покажу, как мы лепим. Юль. Она... Я во влоге. Я влог снимаю. Ты чё, я... Для влога. Все эти картины рисовал. Юля вот вечно закрывает мне камеру. Вот посмотрите, какую он красоту рисует, да. Он рисует на природе. И вот он делал здесь вот такие вот... Это из глины и позолоченной краской. Поля, иди вообще со своими губами глиняными. А мы уже руки помыли. У нас чистые руки. Пошлите вам покажем, что тут еще есть в этом. Посмотрите, это кости мамонта. Ой, это череп носорога. Это череп носорога. Да. Вот это у него получается рог или что это? Или вот это у него рог? Короче, две части одинаковые, по-моему. Носорога, что это что? Зуб мамонта. Посмотрите, какой огромный зуб. И вы можете себе представить, какой тогда должен быть мамонт? А это что за кость? Это кость... Кость бедро бизона. Это бедро бизона. А это еще два зуба мамонта. Посмотрите, здесь просто дикая природа. Вот разные исторические находки. Посмотрите, это лось. Смотрите, белочка. Вот. Вот здесь еще какие-то кости. Геннадий Васильевич, это тот, который у нас из глины учит? Да. Это бивень мамонта. Это он, получается, нашел, да? При работе плымки обнаружил бивень мамонта.
обнаружил биомам. Это тот, который учит нас глине, он нашел этот биом. Похож на самом деле на дерево какое-то, не знаю. Вам не кажется, что это на дерево похоже? Ну, Юля! А там еще что-то, давайте посмотрим. Там бивень мамонта тоже. Вот это больше на дерево похоже, вот это реально на бивень. Юля! Вот здесь, посмотрите, это семья слоников. Смотрите, какая милота. А, да, подписывайтесь на канал Виксник, ссылочку я оставлю, скорее всего, в описании, если не забуду. Или в комментариях. Я вам сейчас покажу свои работы. Вот это вот, сейчас, я вам покажу мою работу. Так, 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 так. Твоя. Вот это, по-моему. Моя, да, где? Вот моя. Вот это мы делали, не знаю, какой-то значок. Их еще Это еще моя. Да, это Саша. Это еще обжарят в печи или как-то там. Вот, и они станут такого цвета. То есть такая глина станет вот такой. Вообще-то вот наш. Здесь еще где-то моя есть работа. Вот это у Саши. Сейчас я вам свою покажу. Вот это вот моя работа. Это карандашница. По-моему, сюда только 3 ручки влезут, да и все. А это Юлина. Не так близко. Вот так нормально. И где-то еще у нас должны быть работы быть. Что мы самые первые, это открытку делали. Вот она где-то здесь, наша открыточка. Вот, смотрите. Это Вячеслав Геннадьевич, который нас учит. О, вот это твоя. Да, вот это моя. Вот, посмотрите. Что я сделала? Посмотрите. Это моя. Ее испортили, а это Юля. Посмотрите, ее вот здесь подломили. И она прямо тут стояла, крайне. Вау, посмотрите, какая большая ваза. Делали. Да. Медальоны. Да. Моя вот здесь, мой вот здесь вот. Я его самая первая закончила. Ну, все, здесь больше ничего не делать. Смотрите, 7-я школа. Смотрите, 7-ю школу нарисовали. Прикольно. Я сначала думала, что это фотография, а нет. Вот. Это просто природа, все. Саш, хватит тут ползать, тут камеры снимают. Бестолковый. Что, Юля, мы решили пешком идти, да? Да. Мы решили идти пешком. Сейчас пойдем по ЖД мосту. Это Алекс Ник. Вот, все, мы сейчас идем. Ну, что могут делать дети в современном мире? Конечно же, играть со слаймом в фонтане. Пошлите. Я помню, как я. Я помню. Я не хочу много В победе стоит такое 19. Oh,
гулять вечером с котом, потому что он вообще уже давно не гулял.